ребят, с вами, как всегда, Никита. Это, в общем, реакция на Йетхана. Да, у него вышла, наконец-то, новая анимочка, блять, наконец-то. В общем, да, я ничего так и не понимаю, про что это вообще? Это какой-то сюжет или относится к какому-то сериалу? Я вообще не ебу, что здесь, блять, происходит вообще? Что могу сказать? Ну, тут Феникс, как я вижу. И что это такое, блядь? Ой, короче, сказочная какая-то херобовина. Ну, в принципе, нормально. Давайте, в принципе, посмотрим, что здесь будет. Ну, я думаю, анимация, как всегда, у него хорошая будет, и боевка, и так далее. Давайте посмотрим. Let's go. Ну да, я говорил, анимация у него хорошая. О, проснулась. Даже не подходи лучше. Ух, хуя накачанная. Да, блядь, ну английский. Ай, ладно. Да, бля, ничего не понимаю. Ну, бля, причёсочка прикольная, причёсочка. Нормальная. Я не понимаю, что... Воу! Семья? Чего, блядь? Нихуя она, кстати, плавает очень быстро. Блядь, что здесь происходит? Я не понимаю, блядь. Опа-на, о-о-о, это где это она? Где боевка, блядь? Я хочу боевку. Куда она ее привела? А, они, типа, следы, да, понятно, да. Блять, может, в диалоге что-то есть такое, что я просто... О, нихуя себе, это что? Это где она? Бля, это реально, что ли, птица Феникс? Я вообще не понимаю. Ну, она балдёжно выглядит, прям вау. О, понеслась. О, да. Ух, нихуя себе, круто-круто. О, нихрена себе. Реально балдёжно выглядит. Ух, нихера себе, птица-то необычная. Блять, это реально, что ли, с Феникс, я не могу понять. У меня просто нет другого объяснения. Да ну нахуй, ты выиграла. Да, по-моему, нихрена она ее не выиграла. Еба. Это что было? Это что такое? Это что? Сука, я так и не понял, про что это, блядь! А, ну, в принципе, нормально пойдет. Есть, конечно, косяки. Ай, хуй на них. Нет вообще, на самом деле, косяков. Это я что-то ляпнул, не то. Блядь, ну балдежно выглядит. Прям освещение, прям... А, кайфово. Сама анимка просто охуенная. Вот то, что боевки не было в начале, это, конечно, минус, но это мизерный минус, как по мне. Потому что для бега, ну, как-то странно это выглядит. Я особо такое не люблю. Ну, а так прикольно, прикольно, прикольно. Еще раз, прикольно. Прикольно. Это птица Феникс, блядь, и был, или кто? Это причем из, блядь, один из четырех символов. Я не понимаю, блядь, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, про что это, блядь. Я вообще не могу понять. Буду очень признателен.
Ну, с вами, как всегда, был Никита, да. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей реакции. Не скучайте. Давайте. Точнее, пока. Короче, всем пока. Darkness and sleeping.